Но петрушка себе цветет и зеленеет. Ту, не цветет, зеленеет. Укропчик еще. Моя посаженная клубника позавчера. Ну, ничего, смотри. Она просто хороша. Ей нравится. Я ее укрыла. Удобрила снизу, чтобы ей тепло было. Ну вот, будем наблюдать. Яблонька слегка утепленная, но уже ветром разодетая. Раздетая, так скажем. А, вот. Буряк. Вот так вот. Октябрь. 9 число, но пришлось копать. Так повернула я его к солнышку, чтобы он обветрился ветром и не хоть какими-то лучами. А, завтра докопаю вот ту часть, оставив пару для кур. Ну что, ну все, сегодня холод. Ну какой холод? Такой, как бы я в куфте, в шапке. Начало сада.